История на ночь. Ты только не поворачивайся. Молодая девушка Юля со своим мужем Сашей снимали квартиру. В то утро, когда муж ушел на работу, девушка проснулась от того, что ей казалось, будто кто-то гладит ее по волосам. Она пристала с кровати, огляделась и легла обратно. Мало ли, может, показалось. Не прошло и 10 минут, как она опять почувствовала чьи-то прикосновения. В те минуты ей стало настолько страшно, что она даже побоялась двигаться. Через пару минут все закончилось, и когда Саша вернулся с работы, Юля тут же рассказала ему о случившемся, надеясь, что все это оказалось просто сном. Через пару дней, когда она снова была одна дома, повторилось нечто более жуткое. Юля лежала на кровати и дремала. Все бы ничего, но за спиной она услышала чье-то дыхание. И снова будто чьи-то холодные пальцы прикоснулись к ее шее. Посчитав, что это муж вернулся с работы, Юля спросила: «Саша, это ты?» Сзади донеслось: «Нет, ты только не поворачивайся». Словно ошпаренная, Юля выбежала из квартиры. Позднее они с мужем узнали, что до них в квартире жил молодой парень, который повесился прямо в спальне. С вами был я, Носферату, и приятных вам кошмаров.